Всем доброе утро, девочки мои. Я бы сказала, что погода хорошая, если бы только не сильный ветер. Ветер сильный, 13 градусов пока. Ну, не больше 15 сегодня обещают. И, в общем-то, я собралась в спортмастер. В Мегу поеду. Нашла я там кое-какую сумочку в интернете, посмотрела. И вроде бы она мне понравилась, но я хочу ее пощупать по интернету. Я покупаю только, когда уже нет возможности пощупать. Поэтому я решила прогуляться. Одела вот эту курточку, девочки. Не знала, что одеть, потому что думаю, ну холодно, ветер дует, прохладный. И вот эти легкие курточки я не хочу простывать. Простыть вообще никак не хочу. И хочу вам сказать, что мне не жарко в ней. В общем-то, нормально. И, в общем-то, я даже под нее хочу подобрать сумочку, которая подойдет. Потому что у меня сумка черная. Под черную сумку, ну, видите, да, плечико у меня. Так, никого, ничего. Ну, и потом сумка эта у меня уже старая. Я эту сумку покупала в спортмастере, но уже очень давно. И хочу взять другую сейчас. Так, это что? Это не то. Автобус. Что? В общем, поедем. Ну и заодно в спортмастере еще посмотрю, что там новенького появилось. Ну вот, мы и приехали. Так, надеваем масочку и вперед. Вперед, вперед, вперед. Сразу заходим. И сразу в спортмастер иду. Прям целенаправленно иду. Посмотреть, что-то новенькое тут появилось или нет. И прямо сумку хочу.
Девочки, вот это пальто мне понравилось. Просто вот не знаю, я его померила, потом пошла, посмотрела кучу всяких разных вещей и вернулась к этому. Оно такое легкое, теплое вообще. И цвет это мокрый асфальт. Рукава здесь прямо вообще вот, ну как вот у меня было на моем предыдущем. Классно. Кармашки утепленные, на молнии. Можно даже перчатки не брать, если карманы в руки засунуть. Капюшончик. Можно вот это тут затянуть. Вот так вот. Тут есть шнурочки. Если будет ветер сильный, затянула. Ни шарф не нужен. Даже шапка не нужна. Ну, шапку я, конечно, буду носить. Но хорошо, что шея закрыта, поддувать не будет. Вот такую длину я хотела. Тут по бокам молнии есть, можно, если нужно, открыть. Молнию можно снизу поднять, если нужно сделать разрез. Но это просторное как раз пальто, то, что оно мне вообще прямое, то, что я хотела. Прямое и просторное. Хотела цвет повеселее, но я думаю, ничего страшного. Я его обвеселю чем-нибудь другим, например, сумкой. Классная сумка. Она подойдет как раз и к куртке моей, вот такой вот пыльная роза цвет. Даже, видите, я костюм этот, видите, сегодня надела по цвету. Здесь еще есть длинная ручка, но ее надо настроить на себя. И длинную ручку я могу на плечо, через плечо, как угодно носить. И, в общем, и шапка у меня к этому цвету есть. Короче говоря, пока так. В общем, я взяла то, что я хотела. Но невзирая на цену. А цена пальто что-то в районе 26 тысяч. 25 990, по-моему. Но мы за ценой не постоим. Если я хочу какую-то вещь, то я ее просто беру. А как вот шапочка? Как раз вот такую шапку я купила, но она у меня дома сегодня осталась. И я думаю, что если эта шапка, эта сумка, то мне уже не надо другую шапку даже покупать, да? Прям вообще классно. Ну, единственное, что мои ботиночки, конечно, дома находятся, и штаны у меня будут другие, какие-то потеплее зимой, пока не знаю какие, еще об этом не подумала, но потом подумаю. Класс, да, девчонки? Я прям не знаю. Мне прям все нравится. Девочки, ветер сногсшибательный. Ветер даже мне сам на меня одел капюшон. Хорошо, что я делала все-таки курточку. Это я правильно сделала. Иначе бы я замерзла. Те, кто в пиджачках, сейчас мерзнут. Ой, я покупками прям довольна. Мне так нравится это пальто и сумка. Класс. Все, наконец-то. Я еще... В конце прошлой зимы хотела, да, купить себе пальтишко, но не рискнула. Сейчас я прямо довольна. Хоть оно и дорогое, но оно того стоит. Легкое и теплое. То, что я хотела. Очень нежно. Все, девочки, я пришла домой. Хочу вам показать вот это вот пальтишко поближе уже, получше, чтобы посмотрели. Ну, в общем, цена, можно сказать, 26 тысяч. Состав, так, ну-ка, полиамид, подкладка, полиэстер, утеплитель, 50% пух, 50% перо. Сделано в Китае. Ну, сделано, хочу я вам сказать, очень качественно. Честно говоря, я сначала посмотрела цены в интернете, и я поняла, что те вещи, которые стоят, ну, которые стоит брать, такие качественные, теплые и легкие в то же время, они будут стоить где-то под 30-ку, ну, до 30 тысяч. В общем, я как бы знала, что хорошее будет столько стоить. В общем, здесь что? Здесь с боков молния, куда она идет. Она идет до самого пояса. Эта молния, я так понимаю, здесь не разрез, а вот видите, можно расширить пальто. Вот аж куда, аж до самого пояса. Если нужно, можно расширить пальто. Ну, мне оно и так нормально. Вот, здесь молния, она идет вверх. И нижнюю можно тоже даже приподнять, если нужно шаг, как бы широкий шаг у кого. Я смотрю здесь на картинке, непонятная расцветка. Но вот эта верхняя ткань очень тонкая. Пух, он такой легкий-легкий, вообще классный. Но цвет это мокрый асфальт. Вообще оно как бы черное, но оно как бы черно-серое вот такое вот. Здесь вот такой рукав, манжетик прямо, прям по руке очень хорошо сидит.
И прям так хорошо ложится на голову вот этот капюшон. Он теплый, его можно даже затянуть. Вообще будет прямо хорошо-хорошо. Я удивилась, когда увидела 44 размер. Думаю, ну-ка я померяю сейчас. И я вам хочу сказать, померила, и прям отлично на мне сидит. Прям у меня еще даже есть запас. Так что, если, как говорится, я не могу похудеть, ну, по крайней мере, вот это пальто, то, что нужно. В общем, я очень довольна. Отличное. Легкое-прилегкое, как пух. Я не знаю, сколько оно весит по весу, но оно прям легкое. А, вот видно, да, черный цвет. А здесь цвет такой вот немножко... Здесь он на камере кажется как коричневый, на самом деле он как серый такой. Так, классно. Что тут у нас внутри? Внутри есть кармашек. Вот эта ниточка надо отрезать. На молнии есть внутренний кармашек. Так, больше здесь карманчиков нету. Это что? Это ничего, этикеточка. Так. Какая-то тут еще этикеточка. Есть петелька. Вот хорошо, что есть петелька. Бывает, куда-то придешь, повесить пальто в гардеробе невозможно. Теплый здесь карманчик. Он, видите, с утеплителем. И прям ручкам там тепло. В общем, классное пальто. Прямо, я не знаю, оно по легкости такое же, как моя куртка. Куртку я свою полюбила. И вот это пальто уже тоже полюбила. Сумочку, вот эту модель я выбрала в интернете. Я посмотрела сумки. Мне хотелось, чтобы у меня цвет сумки подходил и к куртке, и к пальто. И вот прямо удачно выбрала. Стоит эта сумочка 3999. В общем, 3000. Вот. Значит, здесь наружный кармашек. Есть вот такой вот здесь снаружи. Внутри большое отделение и маленький кармашек сбоку. Ну, здесь можно ключики положить, например, да, внутрь. Снаружи можно телефон. Есть еще сеточка снаружи, можно что-то такое сюда тоже положить. Вот, две ручки. Они вот здесь соединяются на липучку. Можно так ее носить. Можно носить. Можно вообще снять вот эту длинную, но я люблю носить через плечо. И вот это вот мне как раз будет то, что нужно. В общем, сумка мне понравилась. Классная. Ну и там у меня были бонусы. На бонусы я взяла носочки. Здесь три пары стоят 399, в общем, 400 рублей. Но это носочки уже идут длинные. Как раз вот сейчас уже прохладно, щиколотки, чтобы не мерзли. Но в основном ношу серый цвет. Черный тоже пригодится. В общем, вот такие. Сейчас надо открыть, посмотреть. Вот так выглядят носочки. Ну, в общем, они состоят на две трети из хлопка. Что тут написано? Хлопок 66, 26 полиэстер, 3 эластан, 3 нейлон. Носки для спорта. Ну, я же спортсменка, конечно. Решила, девочки, примерить к этой куртке. Ну, к этой куртке тоже сумочка прекрасно подходит. И к шапочке она подходит. Ну, классно, классно. Сумочка хорошенькая, все. Куртку эту люблю. Мне она так нравится. Она теплая такая, знаете, вот она легкая-легкая и теплая. И вот пальто тоже такое же. Класс. Вот так вот через плечо я хочу носить сумку. Мне так нравится. Она не будет с плеча спадать и в то же время в руках не таскать. Решила вам поближе показать. Видите, манжет какой. Он прям плотненько идет по руке, хорошо. Длина хорошая, все. Вот здесь застегивается прямо под самый верх. Ну, можно вот так расстегнуть. Шея закрыта. Капюшон вот так вот приотличненько. Можно еще так затянуть его. Если прям ветер дует, вообще класс. Классный. Карманы просторные. Вообще здесь места еще полно. Но в то же время вот не выглядит это пальто. Не выглядит широким, большим. Вполне даже оно такое прямое, ну как я хотела. И очень легкое, классно. И сумка вполне сюда подходит. Здорово. Здорово, здорово.
Ну что, теперь вы понимаете, к чему это я брала вот этот костюмчик в Васильке? Понятно к чему. Ну, мне нравится этот цвет. Я брала это, в общем-то, чтобы к куртке подходило, и сумку я смотрела в том же тоне. В общем, всеми покупочками я довольна. Я очень довольна. Быстренько, довольно-таки сгоняла я в этот спортмастер, в Мегу. Меньше 2 часов мне затратилось на все это, при том, что я ехала на автобусе. Ну, а сейчас я, девочки, проголодалась, хочу есть. Я хочу видео вот это на этом закончить, чтобы уже потом снимать другое видео, совсем на другую тему. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вам понравилось, а что нет. И до новых встреч. Пока-пока.